Всем привет, ребята! У микрофона я Влад, и сегодня будет влог, да. Впервые в жизни я снимаю влог на лайв-канал. Короче, сегодня там с ребятами выехали покататься, короче, и сейчас едем, короче, на озеро. Дальше все видео сниму, ребят. Ну что, ребята, вот такая вот не очень-то красота, конечно. Раньше здесь было намного красивее, сейчас здесь куча мусора, короче. Ну, в общем-то. Ну, в принципе, мы просто поздно приехали, солнце уже почти зашло, в принципе, его не видно. Что, в принципе, как-то вот так вот. Так, ну, ребятки, а вот так вот выглядит мой велосипед. Да, не в идеальном состоянии, конечно, так. Ну, в принципе, нормально. Шина здесь, конечно, прям потертая, прям капец, ребят. Вообще жестко. Он, конечно, сейчас немного грязный, потому что, ну, сами понимаете, замазался. Это велик Мерида, оригинальный. Ну, короче, состояние у него уже не очень, потому что, ну, старенький довольно-таки. Давай, Дик. Не, ну тут красиво прям реально очень. Так вот. Луна уже, нам домой еще ехать очень далеко. Километров так, ну, наверное, 20. Ну, короче, как-то вот так вот. Но здесь реально очень красиво. Просто на камеру это не сильно передает, мне кажется. Но все же. Ух, ребята, конечно, ночной лес это так крипово. Блин, на камере ничего даже не видно. Капец. Вообще темно уже очень. Так что, короче, ребят, скоро уже будет завершаться этот такой вот влог. Так сказать. Ну как, я, конечно, не умею такое снимать, но все же, я думаю, если вам понравилось, так что ставьте, в принципе, лайкосики. Так что как-то вот так вот. Вообще ничего не видно, вот только видно дорогу, короче. И мой велосипед. Ну что, ребята, вот такой вот был видос. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!